вопрос так не стоит, значит, наша обязанность это сделать. Так, ладно, хорошо. Благословляется игумену Георгию Шабанову совершить постриг над иеромонахом Сергием Хомутовым великую схиму. Подпись епископ Владимир 1 января 2015 года. Так. Вот этот один экземпляр отцу Сергию нашему, как оправдательный законный документ. Благословен Бог наш всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истинной, же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в ней, и очистенный от всякие скверны, и спаси ваши души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и силы, и славу Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Объятие Отче, отверстиями почтися, блудному и жди к житие, на богатство неиштеваемое всирая щедрот Твоих спаси, ныне одневщавши не презри сердце, Тебе бы, Господи, умилением зову, согреши, Отче, на небо и пред Тобою. Что пришел еси, братья, припадая ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей, желая жития постнического, честные отче, батюшка, говорите, желая жития постнического, честные отче, желаешь ли сподобитеся ангельскому образу и сочетатеся в лик монашествующих, ей, честные отче? Воистину добро дело и блаженно избрал еси, но аще и совершиши е, добрые дела трудом стяживаются и болезнью исправляются. Вольную ли твою мыслью приступаешь и ко Господу? Ей, честный отче, не от некие ли нужды или насильства, ни, честный отче, отрицаешь лися мира, и я же в мире по заповеди Господней, ей, Богу содействующему, честный отче, прибудешь ли в постничестве даже до последнего издыхания твоего, ей, честный отче, сохранишь ли послушание даже до смерти к предстоятелю и ко всему во Христе братству, ей, Богу содействующую, честные отче, претерпишь ли всякую скорбь и тесноту монашеского жития, царствия ради небесного, ей, Богу содействующему, честные отче, сохранишь ли себе в детстве целомудрие и благоговение,
ей, Богу содействующую, честны отче. Вишь, чадо, какова обетование даеше владыке Христу, ангеле бо предстоят невидимо, написующе исповедание твое сие, в нем же имаше истезан быть во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, сказуя убо тебе всесовершеннейшее житие, в нем же по подражанию Господне жительство является, засвидетельствуя, я же подобает тебе приимати, и их же подобает бегати, отречение убо ничтоже ино есть, порекшему разве креста и смерти обещание, вещь убо от внешнего дне распят и умерщвлен быть и мирове, совершеннейшим отречением, отрицающийся бородителей, братьей, жены, чад, отче сродства, с дружества другов обычных, сущих в мире мятежи, попечений, стяжаний, имений, тщетные и суетные сласти же и славы, и отврещися и мышенеточуя предреченных, но еже и своя души по глаголу Господню, глаголющую, и же хочет по мне идти да отвержется себе, и да возьмет крест свой, и да последствует мне. А еще убо воистину последовать и тому изволил еси, и еще не ложно нарещися того ученик желаешь, уготовися от нынешнего времени, не к ослабе, не к беспечалию, ни к пищам, ни же к иному часому отсущих на земли, красных же и сладких, но к подвигам духовным, к воздержанию плоти, к очищению души, к нищете конечнее, к плачу благому, ко всем скорбным и болезненным, и радостотворного по Богу жития, ибо алкате имаше и жаждате, и нагствовате, да садитесь же и укоритеся, уничижитесь же и изгнатеся, иными многими отяготисися скорбными, им же сущий по Богу живот начертовается, егда сия вся постраждеше, радуйся, глаголит Господь, яко мзда твоя много на небесех есть, радости убо радуйся и весельем веселье, яко днесь из братья, и разлучи Господь Бог от мирского жития, и постави тебя, яко пред лицем своим, в предстоянии монашеского чина, в воинстве анголовидного жития, в высоте небоподражательного жительства, тому ангельски служите, тому всецело работайте, горне мудрствуйте, горних искате, наше божительство по апостолу на небесех есть, о нового звания, о дары тайны, второе крещение приемлеше днесь, братья, богатством человеколюбца Бога даров и от грехов твоих очищающийся, и Сына Света бываешь, и сам Христос Бог наш срадуется со святыми своими ангелы о покаянии твоем, заколая тебе тельца упитанного, достойни прочее звание ходи, устранися от суетных пристрастий, возненавиди вдольнее влекущую тебя похоть, все твои желания приложи к небесным, отнюдь не возвращайся вспять, да не будешь и столб сланный, яко жена Лотова, или яко же песна своя блевотины, возвращайся и исполнится на тебе слово Господне глаголющее, яко никто же, возложив руку свою на рало, и обращься вспять, управлен есть Царствие Небесным, несть бы тебе мало беда, обещавшемуся ныне вся предреченное храните, потом же не родите обетование, или на первое житие возвратитеся, или отца твоего духовного разлучитеся, или спастящихся братья, или пребывающего нерадиво дни твоя, понетягчайшее обрящеше осуждение паче первых на страшном и неумытном судище Христове, и лико множайшее благодати насладишеся ныне, и добре тебе пореченному не обещатися, нежели обещатися и не отдати,
Ниже паки мне, яко в мимошедшем времени, здешнего пребывания, довольно подвязался иси к невидимым силам вражьим, но вишь, яко наипаче отныне приемут тебя множайшие подвизи к брани на него, никак же, бо на тебя возможет, огражденно тебя обретая, к наставляющему тебя верую крепкую и любовью, и ко всякому послушанию и смирению правотою, сего ради да отидет от тебе всякое непослушание, прекословие, гордыня, рвение, ревность, зависть, ярость, клич, хула, тайное деяние, дерзновение, особное дружество, ласкание, любопрение, роптание, шептание, притяжание особное, окаянные вещи и другие вся злобные виды. Их же ради приходит гнев Божий на таковые деющих, и все коренитесь и начинают в них душ тлитель, паче же вместо сих стежи, подобающие святым братолюбие, безмолвие, кротость, благоговение, поучение божественных словес, чтение, соблюдение сердца от скверных помыслов, делание по силе, воздержание, терпение, даже до смерти. На него же Отца обетование Твое возложил еси, первое и последнее исповедание сердечных тайн Твоих. Яко же Божественное Писание глаголит, крещах обося глаголит, исповедующий грехи своя. Сия вся так или исповедуешь, о уповании силы Божия, и в сих обетованиях претерпете, обещеваешь лися даже до конца живота твоего благодатью Христовою, ей, Богу, содействующую, честный отче, содействующему, честный отче. Всещедрый убо Бог и многомилостивый, пречистая утроба, неисследимая благости своя, отверзая всякому приходящему к нему, желанием и любовью теплой реки, аще бы и жена забыла исчадие свое, аз же не забуду тебе, и твои веды желания, и к предложению твоему прилагая я же от себе силу к исполнению заповедей своих, да восприимет и обимет и защитит тебя, и будет тебе стена тверда от лица вражия, камень терпения, утешение вина, благомощие податель, благодушие снискатель, мужество сподвижник, свозлегая, свостоя, услаждая и веселя сердце твое утешением святаго своего духа, сподобляя тебя и части святых и преподобных отец наших, Антония, Ефимия, Савы, и же с ними, и всех святых, и с ними же, и наследишь Царство Небесное во Христе Иисусе Господе нашим, Ему же слава и держава, и царство, и сила, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся, Господи помилуй. Сы, Владыка, Вседержителю, Вышний Царю славы, иже живым и постасным Твоим словом, и от Тебе исходящим Духом истины, господствуя всякую тварью, видимую же и невидимую, Боже, сидя на херувимих, и тресвятым глазом от серафимов воспеваемый непрестанно, Ему же предстоят тысячи тысяч, и тьмы тем святых ангел и архангел воинства, Ты, си свет, просвещая всякого человека, грядущего в мир, умоляем от святой Богородицы и Преснодевы Марии, и вся небесная Твоя Церкви, первенец во Иерусалиме, презри милость Твоим оком на смирение раба Твоего Сергия, еже возложи и исповеда пред многими свидетели, совокупи дарованному ему от прародителей дару сыноположения и царствие Твоего святым крещением, монашеское сие и ангеловидное обещание непоколебимое, совершенное на краесековом и духовном камене, еже в Тя веры, укрепи его в державе крепости Твоя, и облицы его во всеоружие святаго Твоего Духа, яко несть ему брань в крови и плоти, но к началам, ко властям, к миродержителям тьмы века сего, к духовом лукавства,
препояше числа Его, силу истины и облице Его, в бране правды и радования, и обойнося Его во уготование благовествования мира, умудри Его восприятие щит веры, в нем же возможит тебя все стрелы лукавые роженные угасите, и шлем спасения прияти, и меч духовный, и еже есть глагол Твой, заступая неизглаголанные сердца Его, воздыхание сопричти Его избранным Твоим, да будет Твой сосуд избранный Сын и наследник Царствия Твоего, Сын света и дне, мудрость, правда, освящение и избавление, сотвори Его орган доброгласен, псалтырь красен Святаго Духа, яко да отсюда по преуспеянию совлекся веткого человека, тлеющего по сластолюбию прелестника многообразного змея, облечется в нового Адама по Богу созданного в преподобии и правде, утверди Его всегда, язвы и крест Иисусов носите на теле Своем, им же Ему мир распяться и той мирове, вообрази в нем добродетель истинную водите, а не на угождение человеком, или на самоугодие, в терпении благочестие, во благочестие же братолюбие и послушание, а благодати Его, бодрствующе, делающе, спяще, восстающее во псалмих и пениях и песнях духовных, ангельски зрите тебя чистым сердцем, и поклоняйся тебе единому живому истинному Богу, в радость Его неизглаголанную, яко Твое есть царство и держава и власть, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святый Господи сил, Отче Господа нашего Иисуса Христа, благослови раба Твоего, Его же призвал, если в духовный Твой невестник, из подобия Его быть и Твоего преподобного раба, умудри Его и излей на Него от владычника Твоего Духа благодать и разум, укрепи Его на невидимого врага брань, плотские восстания державную Твою силою низложи, дашь Ему благоугождать и Тебе в хвале и словословии непрестанном, в песнях благовременных, в молитвах благоприятных, в совете правы, в сердце смирения, в деянии жизни и кротости и истины, сподобие Его благоугождать и Тебе в кротости, в любви, в совершенстве, в разуме, в мужестве и приносить Тебе песни и словословия, молитвы во неблагоухание, соверши Его житие в преподобии и правде, да непрестанно и нескверно, имея к Тебе соединение, сподобится небесного Твоего Царствия, благодатью щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, с Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Все Христос невидимо предстоит, виждь, яко никто же тебя принуждает прийти к сему образу, виждь, яко ты от приложения хочешь ангельский сей образ, ей, честны отче, от предложения. Возьми ножницы и подашь ми. Возьми ножницы и подашь ми. Возьми ножницы и подашь ми я. Все от руки Христова приемлешь я. Вишь, кому приходишь, кому отвещеваешься и кого отрицаешься. Благословен Бог, хотя всем человеком спастися и в познание истины прийти, сы благословен во веки веков. Брат наш Сергий постригает волосы главы своей я во имя Отца
и Сына, и Святаго, Духа. Рецем о нем. Господи, помилуй. Брат наш Сергий приемлет парамант во обручение ангельского образа во всегдашнее воспоминание благаго Иго Христова. Приемлет же и знамени креста во всегдашнее воспоминание распятия и смерти Господа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рецем по ним. Господи, помилуй. Батюшка, вы могли бы руки поднимите вот так-то, а? Вот так. А это наверх. Сюда. Вот так. Брат наш Сергий облачится в хитон вольной нищеты, нестяжание всяких бед и теснот претерпения во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рцем о нем. Господи, помилуй. Батюшка, целую. Наперед немножко прийти. Так, давайте так, перекинем. Брат наш Сергий припоясует числа своей силой истины во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рцем о нем. Господи, помилуй. Брат наш Сергий облачится в ризу правды и радования великого и ангельского образа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рцем о нем. Господи, помилуй.
брат наш Сергий приемлет мандию великого ангельского образа в одежду нетления чистоты во имя Отца и Сына и Святого Духа. Рцем. Господи, помилуй. Брат наш Сергий облачится в куколь не зло, беззлобия, в шлем спасительного упования во имя Отца и Сына и Святого Духа, рцем аним. Господи, помилуй. Брат наш Сергий приемлет аналав во имя Отца и Сына и Святого Духа, восприемли крест свой на рамях и последствия владыцы Христу, рцем аним. Господу помолимся. Господи, помилуй. Брат наш Сергий обувается в сандалия во уготование благовествования мира во имя Отца и Сына и Святого Духа, рцем аним. Господи, помилуй. Брат, прими, братья, Сергий, меч духовный, и же есть глагол Божий ко всегдашней молитве Иисусове, всегда бо имя Господа Иисуса в уме, в сердце и в устех своих имейте должен еси. Облицися в ризу спасения, припояшитесь поясом целомудрия, примите знамение креста, ноги умные водружите воздержанием оружие и обрящите покой душам вашим. Да возрадуется душа моя, Господи, облечебо мне в ризу спасения, и одеждею веселья одеямя, яко на жениха возложи на мя венец, и яко невесту украси мя красотою. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, верный в обетованиях Твоих, и нераскаянный в дарованиях Твоих, и незреченный в человеколюбии Твоем, призвав и создание Твое званием святым, и приведи раба Твоего Сергия в духовное Твое житие, дашь ему живот благообразный, жительство добродетельное и незазорное, да во освящение жительствов не скверен соблюдет, вон же силою Твоею обличейся образ,
и уборизуя в правду, одеваяся, поясом же умерщвление тела и целомудрие в себе, обнося, куколь же шлем спасения возложив, а на лавам же крестом и верою украшаем, одеянием же в ризу нетление вооружаем, сандалиями же да не отступит на путь мира и спасения, якода будет страшный супротивным, на емлем ратным, всякие сласти и срамные похоти чужд, послушанием наказуем, а воздержание проходя, постничество содержа правила, да во псалмех и пениях и песнях духовных хвалит пречестное великолепое имя Твое, стопам последуя великого пророка Илии и святаго пророка и предтечи крестителя Иоанна, якода достиг миру совершенства, течение скончает, веру соблюдет и облечется нетлением ангельским, и сопричтется святому Твоему стаду, и получит деснага Твоего предстояние, услышит блаженный глас, приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира, Его же и нас, наследники, сподобие быть Боже, Твоею благодатью, яко Бог милости и щедрот и человеколюбие, сие Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мир всем. Главы ваши, Господи, преклоните. Господи Боже наш, в виде раба Твоего, иеросхимонаха Сергия, в духовный Твой двор, и сопричти его словесному Твоему стаду, очисти его, мудрование от плотских похотей и тщетных прелестей жития сего, и дашь ему непрестанно поминать предлежащих благ любящим Тя, и распенши в себе житию сему царствие ради Твоего. Ты бы еси пастырь и посетитель душ наших, и Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу помолимся. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем Митрополите Аристархе, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Владимире, честнем пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причте люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. О брате нашем Сергии, о иеросхимонахе Сергии, о еже от Бога покрова и помощи Его, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже непорочно, неосужденно и непреткновенно совершите Ему намерение монашеского образа, Господу помолимся. Господи, о еже просветитеся души Его в воздержании постничестве, Господу помолимся. Господи, о еже изменитеся Ему от всякие мирские похоти, еже по плоти сродников пристрастия, Господу помолимся. Господи, о оставлении грехов и прощении согрешений Его, еже быть Ему выше мирских мудрований, Господу помолимся. О еже прибыть Ему во всяком благочестии и благоговении чистоте, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже отложить Ему ветхого человека и облечься в нового, по Богу созданного, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже избавитесь Ему и нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя. Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя! Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя! Вон ми мир всем, и Духови Твоему, премудрость вон ми, прокимен глаз третий, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого боюся. Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого боюся. Господь защититель живота моего, от кого страшуся. Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого боюся. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого боюся. Премудрость. Ко Ефесеям послание святаго апостола Павла чтение. Вон мне. Братия, возмогайте Господи, и в державе крепости Его облицитеся во все оружие Божие, яко возмощи вам стать и противу козням дьявольским, яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным, сего ради приимите все оружие Божие, да возможете противитеся в день люд, и вся содеявши стати, станете уба препоясани через слова ваша истинною, и оболкшися броня правды, и обувши нозе во уготовании благовествования мира, над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможете вся стрелы лукаво гороженные угасите, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Мир тебе и Духови Твоему. Премудрость прости, услышим святаго Евангелие, мир всем. И Духови Твоему. От Матфея святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Огон мим. Речи Господь, иже любит отца или матерь паче мене, несть мне недостоин, а иже любит сына или честь паче мене, несть мне недостоин, а иже не примет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне недостоин. Придите ко мне, все труждающиеся обременения, я с упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго бо мое благо и бремя мое легко есть. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтесь, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся оставление и прощение грехов раба Божия, брата нашего Ироски, монаха Сергия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив, и человека любец Бог, еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Рече Господь, аще кто хочет последовать мне, да отвержется себе, и да возьмет крест свой, да последствует мне.
рече Господь, так, когда воссияет свет ваш пред человеке, я, когда видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего, иже на небесех. Это зажечь. Сейчас, ага. Зажечь мне надо. Познаем, братья, таинству силу от греха бо ко отеческому дому востекшего блудного сына, преблагий Отец, предусердит, лабзает, и паки своей славы дарует познание, и тайное горнем совершает веселье, заколая тельца упитанного, да мы достойно жительствуем заклавшего человека любному Отцу и славному заколению спасу душ наших. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая Херувима, славнейшая без сравнения Серафим, без искления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, Радонежского и вся Россия чудотворца и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Батюшка, ну помоги Господь вам нести трудный монашеский такой схимнический подвиг. Вот. За нас молитесь, ладно? Не забывайте, мы будем просить ваших молитв, да? Вот, помоги Господь вам. Молитва на снятие кукуля. Господу помолимся. Господи, помилуй. Многомилостиве Господи, даровав рабу Твоему, иеросхим монаху Сергию, восприятием ангельского образа куколь и спасительных и шлем упования спасительного неотъемлемо оба от главы Его, таковой благодать Твою соблюди, содержая и согревая мысли Его, владычественное, от противных прилогов неподвижимо, якода все лукавого змея, еже блюсти пятую его, попущенного, попирая главу к тебе страшней, единой главе всех, умные очи свои возведи, яко ты есть и просвещение, и освящение душ наших, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духове Твоему. Главы ваши, Господи, преклоните. Тебе, Господи. Огненной главе свою, главу тебе невидимому и единому премудрому Богу подклонивши, владыка, благослови, освети, соблюди от всякого вредного искушения, невидимого же и невидимого же и невидимого. Яко ты еси царство, яко твое есть царство и власть и сила, и тебе подобает всякая слава, честь и поклонение. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.